Привет, Альбин Финлей. У тебя просто так написано ВКонтакте, и ты еще мне писал ВКонтакте, чтобы я тебе передал привет. Вот, просто еще добавлялся в друзья. Вот, я тебе передаю привет. Я не знаю, что тебе сказать, кроме того, что у тебя написано в анкете, то, что ты учишься Daugavpils Technicums. Вот, просто раньше это называлось Daugavpils 38 Art Vidu School. Просто напиши, какая у тебя специальность, ну, то есть, по какой ты специальности учишься, вот. Просто у нас в Daugavpils двое техникум, просто решили название поменять. И меня немного раздражает то, что в нашей Латвии все так часто меняется, что... Ну, как меняется, все, название меняет, президента меняется, это раздражает. Вот, оставили бы то название, которое там есть, просто взяли там, поменяли, короче, это реально меня раздражает, может вас это не раздражает. Ну, просто, понимаете, у нас были латы, потом Латвия вступила в Евросоюз, и у нас стали деньги евро, и как бы, мне кажется, большинство населения от этого жарко и холодно не стало. То же самое здесь, мне кажется, техникум решили назвать, и зачем оставили бы 38-ю Art Vidu School, и мне больше как-то название это нравилось, а... Техникам это как-то, не знаю, слизано с того училища Daugavpils, который техником бы остался. А то, что на химии Daugavpils Technicums, ну, бывницы бы, ну, не знаю, реально. Оставили бы 38-е просто училище. Вот. Ладно, вот то, что я могу сказать тебе, Альбин Финле, по поводу, ну, Daugavpils Technicums. Мне, конечно, есть что сказать, потому что я получал две профессии там. То есть я 6 лет отучился, поэтому много что знаю про это училище. И, конечно, со временем там много что поменялось. То есть люди поменялись. То есть до этого там вообще все по-другому выглядело. Сейчас, конечно, там уже по-другому все выглядит. То есть немножко, ну, поменялось все. Вот. И хочу поговорить немного про Игоря Войтовича. В общем, 18 января он мне давал интервью. Вот кто смотрел, вы знаете, а кто не смотрел, ну посмотрите, поищите на моем канале. Я просто под этим видео не буду никакие оставлять видео. Вот. Ну, то есть ссылку на это видео, кто хочет, найдет, или можете его ВКонтакте найти. Я просто считаю, что 18 января у Игоря Войтовича был особенный день. Ну, во-первых, ему в этот день давал интервью сам президент Латвии. Сами подумайте, ему давал президент интервью, в общем. Это то же самое, там, какой-нибудь Трамп или Путин дает тебе интервью, или мне. Это же круто. Это как бы, знаете, для Игоря все-таки это звездный момент был. Вот. Ну и, конечно, кто смотрел интервью, он до этого давал интервью, потом давал на радио интервью, это было где-то в прошлом году, он сказал это в интервью. Вот. Ну, так вот, засветился, в общем, где-то на телевидении, вот у меня, вот он мне, кстати, 18 января и давал интервью, просто сам добровольно, и я считаю, говорю, опять же, я считаю, что это у него особенный день, вот. Ну, не знаю, мне кажется, он, может быть, стал звездой в Daugavpils, а может быть, он просто обычный студент. Хотя он просто студент, он не высокопоставленное лицо, он просто обычный студент, Игорь. Но кто знает, в общем, как-то мне понравилось, какое он дал интервью. То есть за все последнее, ну, за последнее время, которое вот мне люди давали интервью, там вот кто-то мне давал, Ласенда, Женя Гурман, и многие другие. Вот мне Игорь Войтович понравился, как вообще дал интервью. То есть уверенно дал мне интервью. Мне очень понравилось. Поэтому пока что это лучшее интервью за все время, кто мне вообще давал. И мне нравится вообще, как этот год начался. Ну, достаточно интересно, считаю. И хочу, чтобы до конца года на моем канале было интересно. Все интересно проходило. Чтобы мне кто-то еще дал интервью в этом году. Может даже... выше по рангам меня, то есть какие-то, не знаю, может быть, известные певцы, которые живут в России, может быть, какой-нибудь мне даст президент для моего канала, то есть, ну, интервью или какой-нибудь, не знаю, начальник какого-то завода,
Было бы круто, реально. И вам самим было бы интересно посмотреть. Вот. Ну, естественно, если мне какая-нибудь там суперзвезда даст интервью, про это я, может, еще поговорю, то, естественно, на моем канале это будет самое крутое видео. Ну, какая-нибудь там суперзвезда мне даст интервью для моего канала, это будет круто, конечно. А вот Игорь, конечно, он не суперзвезда, но я уже сказал, я считаю, что 18 января для него это был особенный день. И если ты досмотрел до сюда, Альбин, Финлей и вы, то Игорь тоже учится, ну, кто смотрел интервью, Игорь тоже учится долгополстехником, которая на химии находится, на архитектора, в общем, по специальности, вот на архитектора учится, уже второй курс, это получается второй год. Вот. И как там все поменялось в этом техникуме, то за это время добавилось много очень профессий. Вот. Что еще могу сказать? Наверное, больше ничего не буду говорить. Все самое главное, я считаю, сказал в этом видео. А все остальное скажу тогда там в другом уже видео. Но могу сказать, что готовлю видео. Возможно, я выложу это видео либо 20-го, это пятница, 20 января, либо 21 января. Я там в основном буду говорить на английском языке. Я думаю, это видео должно вам понравиться. Вот. Так что так. Поэтому, Альбин, Финлей, я тебе передал привет. И всем остальным пока, кто посмотрел, в общем, это видео. Ну, если ты вдруг, Игорь, тоже посмотрел, то, ну, еще раз тебе передаю привет. Если что, пиши мне ВКонтакте. Вот. Теперь все.